Сферы жизни, в которых ущемляют и нарушают законные права человека, разнообразны. Поле деятельности правоохранительных органов широко, и работа не иссякает ни у законодателей, ни у исполнителей. В эфире программа «Вызов принят». Здравствуйте. В криминальных сводках почти ежедневно появляются сообщения о пресечении незаконного оборота наркотических средств. Наркотики – проблема, справиться с которой не может уже ни одно поколение. Как распространение запрещенных веществ, так и их употребление, между тем, грозит проблемами с законом. В силу статьи 40 Федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах употребление без назначения врача наркотических средств, психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ запрещено. Наличие наркологического диагноза влечет для гражданина негативные правовые последствия. Прежде всего, наличие такого заболевания, как наркомания, не позволяет заниматься определенными видами профессиональной деятельности, а также деятельностью, связанной с источником повышенной опасности. Например, диагноз наркомания является противопоказанием к работе, связанной с управлением транспортными средствами, деятельности, связанной с оборотом оружия, медицинской, педагогической деятельности, работе в детских и подростковых оздоровительных организациях, а также иным видам деятельности. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятия которыми устанавливается ограничение для больных наркоманий, определен постановлением правительства Российской Федерации. Часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. Ярким примером такого вида преступления может послужить приговор Михайловского районного суда. Судом было установлено, что двое жителей Михайловского района, находясь в поселке Триполье в мае 2015 года, затеяли ссору с одним из местных жителей. В результате ссоры они начали наносить потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений, а именно закрытой черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался на месте происшествия. За указанное преступление осуждено было назначено наказание по 7 лет лишения свободы каждому. Но государственный обвинитель, не согласившись с приговором, принес апелляционное представление на него. В результате чего судом апелляционной инстанции наказание одному из осужденных было усилено. Чуть больше года назад много шума наделала история, случившаяся в Сасовском районе. Трое несовершеннолетних детей и мужчина сгорели в собственном доме. Кто виноват, разбирались следствие и суд. Выяснилось, что пожар устроила нетрезвая мать погибших детей. Наверное, многие жители Рязанской области помнят события 2015 года, середины декабря, когда в Сасовском районе произошло достаточно значительное такое событие, когда в селе Берестянки этого района сгорели заживо трое несовершеннолетних детей и один взрослый человек. Так вот, 15 декабря 2016 года по данному факту судом Сасовского района вынесен приговор в отношении виновной в данном преступлении жительницы села Берестянки. Почему все-таки ее признали виновной? Ну, все происходило достаточно банально. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, гражданка, назовем ее К, растопила печь в своем доме и вышла из дома для того, чтобы заняться своими личными делами. А в доме оставалось с пьяным родственником трое ее несовершеннолетних детей. Во время отсутствия в кухне домовладения произошло возгорание, которое привело к пожару. В результате случившегося все трое несовершеннолетних детей и брат виновный погибли. По данному факту Сасовским межрайонным отделом Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области было возбуждено уголовное дело, которое по окончанию расследования направлено в Сасовский районный суд. В ходе судебного заседания суд рассмотрел все собранные следствием доказательства, учел то, что виновная активно способствовала раскрытию расследования преступления, признала вину, ранее несудима,
а также учитывалось ее состояние здоровья. Кроме того, на момент совершения преступления в качестве отягчающего вину обстоятельства было учтено то, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи она была признана виновной в совершении преступления, то есть неосторожного причинения смерти двум или более лицам. И согласно вынесенному приговору суда, ей назначило наказание в виде реального лишения свободы на срок 3,5 лет лишения свободы. На место своего осуждения и отбывания наказания осужденная должна следовать самостоятельно. Нередки случаи агрессивного поведения подсудимых во время заседаний. Рассказывают истории об оскорблениях, о том, как подсудимые применяют силу к конвоирам, бросают предметы в судей. Такое поведение не может оставаться безнаказанным. Поэтому Уголовный кодекс предусматривает наказание за неуважение к суду. Уголовная ответственность за неуважение к суду предусмотрена статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неуважение к суду выражается в оскорблении участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия. Под оскорблением понимается действие, направленное на унижение чести и достоинства, указанное в статье 297 Уголовного кодекса Российской Федерации лиц, выраженное в неприличной форме. Неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму, унизительное обращение с человеком. Оскорбление может быть нанесено как устно, так и письменно. Например, потерпевший назван унижающей его достоинство кличкой или путем различных действий, например, пощечина, плевок в лицо, непристойный жест. Для наступления уголовной ответственности за указанное преступление не имеет значения, соответствует или нет отрицательная оценка потерпевшего в действительности. Мотивы преступления могут быть различные, например, личная неприязнь, вражда, национальная или религиозная ненависть, а также другие. Общественная опасность, неуважение к суду со стороны тех или иных лиц, влекущие уголовную ответственность, заключается в том, что своими оскорбительными действиями они создают в зале судебного заседания обстановку, которая мешает суду и иным участникам судебного разбирательства всесторонне, полно и объективно исследовать материалы дела. Негативно сказывается на реализации участников судебного разбирательства равенства прав по предоставлению исследования доказательств, подрывает авторитет суда и воспитательное воздействие на участников судебного разбирательства. Поэтому объект уголовного преследования – авторитет суда наряду с честью достоинство лиц, участвующих в отправлении правосудия. Ответственность за неуважение к суду предусмотрена либо в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев. Приведу следующий пример рассмотрения данной категории дел. Судьей Милославского районного суда Рязанской области вынесен приговор в отношении уроженца города Сасово по обвинению в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 297 Уголовного кодекса Российской Федерации за неуважение к суду. При рассмотрении уголовного дела было установлено, что обвиняемый был вызван в зал судебного заседания Милославского суда для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, находящегося в производстве. При допросе обвиняемый стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес гособвинителя. После совершения противоправного деяния он был удален из зала судебного заседания. Приговором суда, вступившим в законную силу, ему назначено наказание в виде обязательных работ и с учетом прежней его судимости окончательно определено наказание 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Довольно часто нарушаются права несовершеннолетних, одной из наименее защищенных категорий населения. В регионе сложилась не совсем такая благополучная практика, можно сказать, порочная, что сотрудники полиции, это в данном случае подразделение по делам несовершеннолетних, инициируют вопросы помещения, принимают решение начальником полиции и направляют детей в центр, а в дальнейшем вопрос об обращении в суд не ставят. То есть нарушение как таковое прав детей не происходит, поскольку через 24 часа их все равно из этого центра освобождают, то есть передают законным представителям. Однако закон требует четкого исполнения. Вот в ходе данной проверки было установлено, что в данный центр был помещен несовершеннолетний ребенок, которому недавно исполнилось всего 8 лет. В отношении данный ребенок совершил формально преступление. Он проник в дом к своему соседу и похитил плеер. Однако, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, в отношении данного ребенка было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
При наличии таких данных, в принципе, закон предусматривает возможность помещения несовершеннолетнего в центр временного содержания. Однако существуют еще дополнительные основания. Необходимо выяснить, необходимо объективно установить характеристику на данного ребенка, что ранее он находился на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. И эта временная мера, она в любом случае предполагает наличие судебного решения. Однако вот у нас после того, как было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, прошло уже более месяца, и приезжают сотрудники, забирают ребенка и возят в центр. На следующий день возвращают ребенка родителям. Это является недопустимым. Аналогичная ситуация сложилась также с девочкой, которая была помещена, она также совершила кражу, и в отношении нее было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. По данным фактам прокуратуры области было внесено представление заместителю начальника МВД России по Рязанской области. Это в сентябре 2016 года. В настоящее время данное представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры. Органами полиции проведена служебная проверка. Факты, установленные прокурорской проверкой, нашли свое подтверждение. Виновные лица, в данном случае три лица, привлечены к дисциплинарной ответственности. Уже скоро стартует весенний призыв на военную службу в соответствии с указом главы государства. Все так же есть молодые люди, которые правдами и неправдами стремятся уклониться от службы и не учитывают того, что наказание за это неминуемо. Прокуратура области разъясняет, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы является преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Уклонение от призыва на военную службу – это неявка без уважительных причин по повесткам военного комиссариата, полученным надлежащим образом, лично в руки под личную подпись, на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или военной комиссариации. Предложение начните вот это. Уклонение от призыва на военную службу – это неявка без уважительных причин по повесткам военного комиссариата, полученным надлежащим образом, лично в руки под личную подпись, на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. Кроме этого, постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 года номер 3 определено, что уклонением от призыва на военную службу могут быть признаны самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу, получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинение себе какого-либо повреждения, к примеру, членовредительства, подлогом документов или иного обмана, отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или направления призывной комиссии под расписку с целью уклонения таким образом от призыва на военную службу. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Берегите себя и своих близких. До встречи!